В Ижевске в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ России и межрайонным отделом по борьбе с организованной преступностью МВД Подмурской Республики, при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресечена преступная деятельность организованной группы, осуществлявшей производство в целях сбыта спиртосодержащей продукции, а также контрафактной парфюмерии известных мировых торговых марок. Изготовление осуществлялось на территории нескольких промышленных зон города Ижевска. Используемое для производства промышленное оборудование, а это 3 линии разлива, изъято с целью последующего демонтажа. Оптовая реализация готовой продукции осуществлялась в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в городах Москве и Санкт-Петербурге. Правоохранительными органами во взаимодействии с межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу проведены крупномасштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведено более 30 обысков. В результате произведенных обысков и осмотров мест происшествий обнаружены производственные и складские помещения, цеха по линии производства и разливы готовой продукции, станки и специализированное оборудование, заготовленная тара, более 500 тысяч упаковок с нанесенными на них чужими товарными знаками, свыше 1000 литров готовой парфюмерной продукции, емкости с экстратами и маслами запахов, идентичных известным маркам и брендам, а также более 200 тысяч литров спиртосодержащей жидкости различных наименований, произведенной без наличия необходимой и предусмотренной законом лицензии. Для изъятия и вывоза обнаруженной в ходе обысков продукции, изготовленной членами преступной группы, сотрудникам правоохранительных органов понадобилось 8 автомобилей КАМАЗ. По данному факту следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности.